Кольцом и цветением, а не с Глорой. Да. Я изначально хотел цветение, нахуй мне это Глора. Да, одинаковые они. Нет. Скорость атаки разная. 3,7 пизжи. Конечно. Чем медленнее оружие, тем лучше. Что вару, что ретри. Сейчас бы не приходить на лича Джайна. Плюс, чем больше РП, тем больше сокетов можно впихнуть в силу. Мне интересно, чем руководствуются люди. Вот им очень всем нужен Халион. Очень всем нужна еще Джайна. Очень многим еще нужен Лич. Вот в чем смысл не приходить в выходной? Кто может, попробуйте написать в Раске хотя бы. Он бы тут пригодился. Кстати, Вага, где-то читал то, что в Т5 можно типа профитничарить 165 апа вместо берсы на вторую пушку. Я тоже это слышал, я с этим не согласен. Если бы, как здесь, когда я только начинал играть, я спрашивал людей, типа, смысл, есть ли смысл чарить два берса? Ну, типа, кто-то, блядь, пиздел, что здесь не работает два берса одновременно. Первый же тест доказал обратное. Не, ну вот, да, о чем речь. Две берсы, да, может, прок? Ну, они чокают. Ну, это нормальное явление. На офе это тоже работало. Ну, я знал, там, мангусты прокали, видел там. Мне вполне нормально прокают. Здравствуйте. Тот, кто говорит, что там берса не прокает с левой руки, он просто, видимо, баф свои не отслеживает, поэтому и мысли такие появляются. Ну что, надо, видимо, просить помощи у кого-нибудь. Мои составы и еще... Блин, а чё пишешь, что 48 попыток? Чё-то не то сегодня с рейдом, 5 друидов всего. 48 попыток, потому что одна попытка априори проёбывается, Кассиндра опускается. Ну, из-за того, что у нас перекур, мы там, соответственно, рейд меняем. А вот вторую, где мы вайпнулись, я чё-то не помню. На этом... Да мы нигде не вайпались, она всегда... Из-за кораблей одна. Всегда тогда. То есть даже если за один день без вайпа все проходим, все равно, как только заходим, всегда пишет 48 из 50. Одна из-за кораблей, другая еще из-за чего? Мы же где-то упали, вы же сказали, типа, Войд зашел, говорит, как можно там упасть. Я забыл, где это только было. Это было в Зеленске. Это Марагрин. А, точно, точно. В пятой группе у кого есть ДД-спеки, кроме Япончика? Денчик тоже. Шаманов нету? Не собран. Это грустно. Согласен. Ты сейчас сколько хасты стабильный набрал? Мало, у меня сейчас 548. А что там Буливан, кстати? Буливана, может? Он был в этом вечернем рейде. Туда и заходил вроде как. На Гниломордах и МКД у него есть. Я не знаю, что он в этот рейд ломился. Беги, малышка, беги! Че, Враска не отвечает там в Дискорде никому? Я не писал. Чьих он вообще, ДВ или Черника? Кто? Буливан. По идее, Черный. Ну, без одного тела еще пройти можно.
Блять, Враска нужен, осколок-то его тут. Дома осталось. Его проблемы. Если он не приходит, его проблемы. Не предупредил еще ни хрена, сейчас я ему сам попробую писать. Следующему. Без квеста не лутнешь, да, осколок? Не видишь? Шемку, да. Польку зови сюда. Кого? Полину. А, я понял. Полину можно. Блин, ну у нее друиды, типа, эффекта ДДшного нету. Ну и чё, похилит? 6 хилов. Блять. Ну и пончиков ШП. ШП нет как раз. Без ДЦшки-то не очень приятно будет. Тяжело нам. А вон какой-то эпигастри, он вечером, да, ходит? Ну да, он вчера был вечером. Я за то, чтобы запускать босса так, как есть. Сейчас я Шторму напишу, узнаю у него. Пока вы это делаете, я релогну Wi-Fi. Покурите 5 минут, и будем начинать уже тем, что у нас имеется. А вы скажете в Дискорде, когда перекур закончится? 29 минут, чтобы все были на месте. Сейчас будет ход конем, Санта Энхом зайдет, поможет нам. Кого почта есть, поставьте, пожалуйста. Не, ну Мишка в Т5 это будет топовая хуйня.
Короче, 2Т5 это для агро. А 4 куска это будет прожимка. 4 куска живучесть прибавит. И он в двух кусках уже получает 10% снижения. Кирс, ты тут? Давай, заходи, уберу. Рейд готов, будем пулять. Где я не готов? Крылу поставил. Маги, дайте стол. Вага, дай почту, а. Поставил. Спасибо. Пошел у нас один маг. Ну что, Войд, будешь шаркарей ловить? Ну, конечно. Что у нас? Алоэ во фросте. На боссе, вот, на шаркарях. На второй фазе заберусь туда, еще ассист, я меточку себе поставлю. Кирс, ты здесь? Сейчас ревогнусь. Ну, он сейчас зайдет. Мне в дискорде в личку отписал. Бафы обновляем, саппорт у всех, чтобы было обязательно. Так, кто у нас после вражки лутает осколки? Ну, пианист так ничего и не сказал. Хорошо. У кого в рейде такое количество осколков в наличии? Кирс 12. Чего в наличии? Количество осколков. Кирс 12, у кого еще? Пишите там в рейд-чат, у кого сколько осколков имеется. Фарад пиздит, я в курсе. Поставьте шкаф с моим кирсом. Ну что, серьезно что ли, кроме кирса ни у кого осколков нету? Ну, дарки с 5 это тоже мало. Там персика, по-моему, да, довольно. Шаманам не разрешает эту пуху собирать. Хотя я дохрена уже шаманов видел, что с ней бегают. Почему не разрешают? Там в ОКХМ падает щит, который, по сути, да, уже... Да, не вот так это. В ОКХМ падает щит. Вы его когда-нибудь выбьете через много лет. Я, ну, типа, с таким номером. Ну что, Мерчен на бафы готовы. Можно махбаф, пожалуйста? Ты без саппорта, этот вагон. Кто кулаки бафает? Бафните петов, пожалуйста. Мэнни по всем каске. Денчик, МП, 5 кулаки.
Ну что, все готовы? Начинаем. Неужели прибыли наконец? Сопроты? Дайте по Искандеру 10-минутный кулак. А. Быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Ты пройдешь через эти мучения сам. И будешь молить о пощаде. Но я не буду слушать. Твои отчаянные крики послужат доказательством моей безграничности. Народ, мы в фуриках, у нас крик не апнутый. Апнутый кулак явно лучше. Зор, ты еще раз хочешь? Отойди. Нравится. Я оставлю тебя в живых, чтобы ты Мини. Кто улетел? Сейчас узнаем. РДД, РДД. Найс таунтиш. Мили. Надо на месте стоять. Мгновенно. Подними Мэнни. РДД. Сами на тебя чмо. Элрай, вынеси чмо. Бага. Бага. РДД. До мили не дотягиваемся. Мили, просто отец вынеси. Мили. ДД на месте, стойте, куда вы вперед перебегаете? Мили, о, РДД, РДД. Мне. Процент остался? Да. Там чума на мелком. Чума на мелком. Это нормально. Роги второго на пульте. Намиказы и взор. Мелким только не подходите, чтобы чуму не поймать. И там стан. Дисплей. Про хил рейда отдавайте, пожалуйста. Отдавайте иннеры свободные. Сфера еще одна. Сфера. Заберу меча. Проверьте свои сопроты. Мэнни. Мне что-то не показывает. Выпей, пожалуйста, сопрот. Разбежались через 10 секунд осквернения.
осквернение. Под лицо валим не выносит, это замечательно. Что там, метка ставилась, нет? Смежная будет, ребят, все под лича. На полукруг. Рога. Где вы были? Мы до вас даже не дотягивались. Центр не залейте. Сквернение. Энджи поднимает алиас. Шторы, кровавый узор. Че, кстати, Геру не даем? Забыли, что ли? После первых Валикс дается Гера. Сейчас дать Геру? Да, конечно. От миски отходим. Отойдите. Норси, подними Даркиса. Ани поднимает бой. Вали сейчас будут, вали. Как схватят, сразу же разбегайтесь, потому что осквернение. Просто отец. Эй, захильте. Алло. Блять, поднимаем, поднимаем. Ну вы что, ну, 5 хилов. Я что? Не знаю, я им на хп что отдал, было, что там делают другие хилы, я хуй его знает. Падаем. Что это было, да. Вы чё, блять? Вайп от непрохила, кайф, блять. Это, по-моему, что-то связанное с освоением. Чувствую, нужна поддержка опытного хила. Вы что, блядь, ебанулись, что ли? Как так-то, блядь? 5 хилов, все стоят. 10 человек, это за это... Я выносил осквернение. Ебать, ты его что выносил? 10 минут, что ли? Я стою, кастую гимн на хп. 2 хила было Вальке. Один хил выносил осквернение. Другой кастует гимн. Можно вот такой вопрос? Почему вот я вынес осквернение прям вот на самый-самый край, и меня сразу Валькирка поймала? Прям в тот момент, когда только осквернение разлилось. Нихуя. А ты не в курсе, что Валька хватает, блядь, и несет краю? Не в курсе за эту хуйню? Нет. Это понятно. А почему, ну, в смысле, осквернение-то было? Прям вот, вот прям секунда она разлилась, и тут же меня Валька схватила. Ты это... Такое бывает. Ты откуда вообще, парень? Ну, такого ни разу никогда не было у меня. На мне, в смысле. На сервисе бывает все, тебя могут из Вальки выбить, бурстанутые. Тебя еще и туда в придачу осквернение может. На тебе может быть осквернение, но тебя схватит Валя, и оно не разольется. Да-да-да, было такое, вот это охуительно. Угу. Особенно охуительно, это, когда весь рейд под этой Валькой стоит, нахуй. Спасается так. Каким способом рейдит? Видел такое пару раз. Даркис, что там, сильно лагаешь? А можно спросить, вот если, допустим, я не буду осквернение выносить прям вот на самый-самый край, а если чуть-чуть вот сюда поближе, вот где сейчас так, прыгаю? Короче, тогда идет смежное осквернение. Рейд становится вот по этим рунам. Вроде несложно. А я вынес туда вон аж на самый-самый край. Я тебе скажу так, это Хант говорит, да? Не, Рога. Какой Рога? Какой Рога? Который сдох.
Ник твой. Блять, я тебе скажу один раз, блять, запомни эту хуйню. Никуда не выноси за 500 тысяч километров, потому что вот ты вынес оскорбление вот здесь, нахуй. Ты должен вернуться под Лича, чтобы Валька тебя схватила и тебя успели разбить. Оскорбление выносится, вот, нормальное, выносится вот за этот круг железный. Вот, охуенное осквернение. В любую сторону. А Роги что, не сейвит осквернение Кошу сейчас? Нет. Нет. Давай, бафы, рыбку ешьте. Обновляем бафы. Шустрее. Энджи. Делаем пул. Энджи. Он релогается. Единственные, кто могли сейвить осквернение, это были ханты. Вары. Это было очень давно. Вы знаете лапку. ДБМ же у вас есть, смотрите на таймеры, блядь. Перче на бафы и на пул. Запускаю босса. Даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Ты пройдешь... Арога и Алиастра, вы как умерли от заражения? Вы где стояли? Мы до вас даже не доставали. Потому что Валька выносили. Потому ты и не доставал. Потому что их вальки летели вот туда. Да будет так! Герои в атаку! Я оставлю тебя в живых, чтобы ты увидел финал. Не могу допустить, чтобы величайший служитель света пропустил рождение моего мира. Да-да-да. Чума, 2 секунды. Мили, просто отец. РДД. Чума, 2 секунды. Мили. Далок. Далок, почему не выбежал из рейда? Кто продиспелил сейчас с меня чуму? Денчик, вынеси. Полет шмеля? Так, во второй раз это уже ГП, точно. Норси повезло. А вот этому не повезло. В сторону РДД закрутил. Я сейчас узнаю, кто это диспелит. Просто отец, это ты у нас диспелил, я да? Я последний раз диспелил.
ману регеньте в луже кому на. Сферу. БР есть? Что рейнджи КД? Мгновенная НРС есть БР. Мгновенная Номикадзе. Сквернение. Дёру. Мгновенное поднимай на Микадзе. Он смежная, встал, на малый круг. Чего он? Он встал уже, все резнули его. Печенька хил. ПДД по трусам. Печеньки стан. Стан. Осквернение. Центр, не залей, сова. Значит, ни меток, ни сообщений нет. Осквернение 5 секунд. Сейчас вали будут быстрее. За спину. Энджи, поднимешь Халфейн. Ну, Фрусгорн неправильно стоял. Осквернение. Играйте по той одной. РДДшки, разбейте отдельно летящую. В трусах лоб, да? Уже похуй. Трусах Фрусгорн. Смежная сейчас будет на малый круг. На танке. Ромбик. Я дал им на хп. Ромбик фуловый. Хильте хилы. Там бревно. Вроде. Она все, бля. Вы че на хилы, заражение за хил. Сквернение секунда. Короче, падаем. Ну давайте, блять, ромбик, сука. Полный станлок отдал. Все, ложимся. Да, падаем. А че, кстати, вар может же выпрыгнуть, если его валька сбросит или нет? Ну, да, чаржем. Вмешательством может. Далок отправляется на замену.
Настя, ты тут? Да, Лок отправляется с ГП на замену. Да, да, я здесь. Уважаемые Роги, да, пожалуйста, да, просьба от вашего коллеги. Делайте станы. Набирайте 5 КП и делайте станы по валькам. Мы не успеваем, потому что они летят, сука, в разные стороны. Хоть как-то их замедляйте. Так, а что, я не замедляю, что ли? Я причем еще Войда, по-моему. Я не могу за вами, за всеми следить. Друида взяли, короче, я ему дал киднейн на полный. Под самым краем сделал ланиш, дал ему чипшот. Красавчик. А второй Рога? Это кто? Хил. Какой-то рестор-шаман. Какой-то новенький, да? Ну, он был, он что-то не появлялся какое-то время. Если он не может выйти и вынести чуму, то это вообще пиздец. Он просто отошел из рейда и просто сдиспелил ее. Ну, нормально или нет? Дамаг по валькам есть у кого? Линкайте, пожалуйста. А еще лич ставится. Вы в другую сторону летите. Может, вообще нахуй надо в одну сторону вставать? Давайте в разные вставать нахуй. Или что вы, блядь, думаете? Нормально, заебись, да, было? Их пускают в одну сторону для того, чтобы их проще было разбить. Кливами я уехал. А вы в разные стороны летите. Лорей, это ты говорил, да? За станы, да. А что ты сам не даешь? У меня 9 станов по почкам и 1 чипшот за этот бой, а у тебя 0. Я зачем тебе так мне, скажу. Зачем мне давать станы, если, лишь блядь, в центре... первые волны валик, убивали их нормально. На вторые чекай. Лишь на последние, точнее. Лич в центре. Сейванул фрастгорна и сейвил, блядь, друида до последнего, до талого. Блядь, лич ставится туда, куда я хочу, чтобы полетели вальки. Если вы хотите лететь куда вы хотите, блядь, вот вам метка на ваге, вот она звезда, вот и вставайте в него, блядь. Только вставайте, нахуй, в одну сторону. А не так, что я там встал, нахуй, с одной стороны, блядь, я с другой стороны, нахуй. Это не есть охуенно. Лич в центре, блядь. Лич в центре никогда не будет стоять всегда, потому что на меня кидается лужа тоже. Мне она в центре не нужна, блядь. Я ее тем более выносил за эти два пула два раза уже, блядь. Один раз я за кольцо вынес, один раз я вот тут прям везде стоял, ее отнес немножко вот сюда, блядь. Она в центре не нужна никому в рейде, блядь. Причем тут замена, я вообще не понимаю. Я говорю, что лететь в разные стороны это не охуенно. Так не задумывался. Ну или назначайте по 5 дд на каждую из валик, там, первая, вторая, третья, блядь. И пускай они бегают за своей валькой. И тогда стойте, где хотите. Кровавый взор, на первых валях ты полетел в другую сторону. Почему? Все стояли за спиной лича. Я же объяснял, я же долго разговаривал по поводу этого. Я убежал на самый край платформы, разлил там осквернение, и меня сразу валька поймала. Раздавайте бафы активнее как-нибудь. Милики, давайте внимательнее с рапами. Очень накаляет то, что вы два пула улетаете. Вот ты стоял вот здесь, Кирс, а лич стоял спиной вот сюда. Две вальки полетели вот так, а ты полетел вот сюда. Потому что ты стоял вот здесь, перед лицом лича. Да, есть видео, тут уже не надо ничего, ну, писать, рассказывать. Как бы, как я сказал, так на видео и будет. Че на баф и на пул? Дайте мне то. Маглав, можно? Запускай вага. Настя. Да-да-да, я шмот смотрю, что у меня тут, блядь, не так лежит. Рады, есть хаспоты? Дай парочку. Неужели... Может, штучек 5. Жадина. У меня еще вчера закончились, кстати. Ужас. Открою секрет, прямо в лещине надо стоять. Сантей, ориентируйся по мне. Ну, спасибо, я верну.
будешь молить о пощаде, но я не буду слушать. Твои отчаянные крики послужат доказательством. Ой, а что, сопрот пить надо? Да. Ну ладно. Будет так. Герои в атаку!